Всем привет, друзья, и всем мое почтение. И вот сегодня, 28 апреля 2023 года, российские войска обстреляли вглубь Украины, Киев, Умань. Хотел бы выразить свои соболезнования всем пострадавшим, особенно тем, кто потерял своих близких, родных. Очень большую трагедию приносит эта российская машина для убийства людей. И вот хотел бы заметить такой один нюанс, а именно тот, что обстрел после 51 дня, так сказать, перерыва произошел в 9-й лунный день по лунному календарю, который считается, это 9-й день считается сатанинским днем, который приносит несчастье и тому подобное. Потравитель этого дня — летучая мышь. Я лично считаю, что российской стороне и Путину, и вот этим всему сатанинскому этому кодлу, какие-то шаманы или еще кто-то, астрологи или еще непонятно кто, говорит, когда наносить удары. Потому что после 51 дня перерыва обстрела глуби территории, фактически обстрелять ее в этот такой сатанинский день по лунному календарю, это просто, я считаю, это не совпадение, это в этом что-то есть такое мистическое и тайное. Я уже не говорю о том, что обстрелы происходят во время, когда считается, что петух прокукарекал, грубо говоря. 4:30. Я лично не считаю, что это совпадение. Я считаю, что это такой вот злой умысел и с подтекстом. А вы вот что думаете по поводу этого? Напишите в комментариях. Будет интересно почитать наше общее мнение.